Своему профессиональному празднику Дню защитника Отечества, который в этом году ознаменован 30-летием Вооруженных сил Республики Казахстан, а также предстоящему Дню Победы посвятили свой спортивный забег военнослужащие части регионального командования «Юг». Стартовал военный праздничный марафон от площади Кони Тарас, что находится неподалеку от штаба регионального командования «Юг» в центре города. В забеге приняли участие около 700 военнослужащих воинских частей Тарасского гарнизона. Все они надели белые спортивные футболки с эмблемами регионального командования «Юг» и надписью «Вооруженным силам Казахстана 30 лет». Спортивный настрой и боевой дух на старте участникам забега придал военный оркестр регионального командования «Юг», исполнив в процессе дефиле зажигающие композиции. Маршрут спортивного забега был построен по центральным улицам Тараза. Благодаря поддержке департамента полиции Жамбылской области, автомобильное движение на улицах областного центра, где проходил забег, было перекрыто. Однако это приостановило движение транспорта ненадолго. Военнослужащие стремительно пронеслись по своему маршруту, освободив за собой дороги. Бегущих армейцев с улыбками и поздравлениями приветствовали жители Тараза, уже зная, что военнослужащие таким образом отмечают свой профессиональный праздник и 30-летие вооруженных сил. До финиша, установленного в парке Женес, прямо перед памятником Бауржану Мамушулы, дошли все до единого. На финише военных марафонцев встречали представители руководства регионального командования «Юг», а также болеющие за своих родных, члены семей и друзья. Первым завершил дистанцию военнослужащий горно-егерского подразделения старший сержант Асхат Кайбергенов. Его сослуживец, ефрейтор Аблайхан Сагындык, пришел к финишу третьим. Вторым финишную линию пересек военнослужащий 5-й механизированной бригады ефрейтор Ербалат Арзикулов. Победы парней с ними разделили их сослуживцы. Но проигравших в этом марафоне не было, так как своей целью армейцы поставили не достижение призовых мест, а участие в мероприятии. Мы посвящаем этот забег Дню защитника Отечества и Дню Победы. Казахстан, алга! Больше это патриотическая составляющая, патриотическое воспитание молодежи и поддержание здорового образа жизни. Хочется данной инициативой воспитать у граждан города Тарас гордость и патриотизм за наши вооруженные силы. Спортивный забег в честь 30-летия вооруженных сил стал еще одним праздничным мероприятием в череде торжественных событий, приуроченных к юбилейной дате. Свой профессиональный праздник военнослужащие встречают в высоком спортивном боевом духе. Дина Мухаринова, Владимир Мартыненко. Специально для Жамбыл Ньюс.